Ежегодно Минсельхоз Оренбуржья проводит областной конкурс «Лучшее предприятие торговли». За звание лучших борются небольшие киоски и сельские магазины, крупные супермаркеты и торговые центры. Все необходимое есть, что надо. Молоко по ту сторону берем, творог по ту сторону берем. Все свежим всегда. Продуктовый павильон «Север» – место притяжения жителей степного поселка. Свежие, качественные продукты. Здесь есть все, что нужно к повседневному или праздничному столу. Молочная продукция, сыр, колбаса, яйцо, полуфабрикаты, овощи, фрукты, домашние соления, мясо и рыба. Большинство продавцов на этой площадке с самого ее открытия в 2015 году. Как открыли вот старину, я сразу первый человек, кто зашел. С ними приятно очень, и это здесь комфортно, все удобно. За 9 лет постоянными покупателями стали не только те, кто живет рядом. Мы берем все здесь. Мы берем здесь овощи, мы берем здесь фрукты, хлеба, выпечку. Я люблю вот этот магазин. Ну, нравится то, что здесь свежее. И, знаете, наверное, еще нравится сервис. То есть как к тебе относятся, как обхаживают, как запоминают себя, каждый раз ждут, приветствуют. Ну, вот это все нравится. Само расположение очень удобное. Ну, конкретно для меня, я на машине, мне очень удобно, я подъезжаю, здесь хорошая парковка. Стараниями менеджеров и продавцов продуктовый павильон «Север» – лучший в номинации «Розничный рынок» в конкурсе предприятий торговли Оренбуржья. Среди тысяч торговых точек области выбиться в лидеры – значит приложить максимум усилий. Показать, как мы работаем. И участие в конкурсе – это оценка нашей работы, подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Центр садовода на промышленной. Сюда оренбуржцы приезжают за саженцами, семенами и удобрениями. За всем, что требуется для того, чтобы содержать в порядке дачу или сад. Соответствовать самым высоким стандартам стараются менеджеры, консультанты, специалисты по уходу за растениями. Огурцы желтеют снизу. Так, понятно. Вот лист целиком пожелтел или все-таки пяточки появились? Это нижние пожелтели, а верхние уже... Ну, снизу пяточки. У вас грибочек, а дальше идет локализация непосредственно самого паутинного клеща. Каким препаратом обработать растения без вреда для потребителя, знает Ирина Трофимова. На предприятии она 19 лет. Признается, в детстве мечтала стать доктором. А способности врачевания пригодились растениям. И это тоже непросто. Они более терпеливые, более молчаливые, ну и приятно с ними тоже работать. Хотя достаточно требовательны они к себе. То есть человек может сказать, а растение, оно показывает всем своим видом, чего не хватает. Ну а мы стараемся быть внимательными. Целая команда специалистов с высшим образованием помогает оренбуржцам получить лучший урожай, добиться обильного цветения растений. Итог – Центр садовода – лучший специализированный магазин года в Оренбуржье. Быть полезными для жителей Бузулука стремятся в группе компании «Горторг». 15 магазинов, 32 торговых павильона по всему городу. На прилавках готовая продукция 6 собственных цехов. Колбаса, мясные деликатесы, пельмени, вареники, салаты, выпечка. Местные товаропроизводители отдают на реализацию молоко, сыр, мед, грибы. Своим опытом и верностью принципам для клиентов «все лучшее» «Горторг» добивается звания «лучшая региональная сеть». Мы благодарны нашим покупателям за то, что они каждый день выбирают наши магазины и павильоны. В свою очередь мы стараемся пока порадовать их качественными продуктами, широким ассортиментом товаров, культурным и вежливым обслуживанием. А покупатели оценивают все старания ежедневными покупками. Продукция нравится. Всегда кушаем и хлеб, батон, там, колбаску. Нас устраивает вкус, качество. Очень удобно, все есть, особенно продавцы уже как родные. Порядка полусотни заявок из 17 муниципалитетов поступило в этом году на конкурс «Лучшее предприятие торговли Оренбуржья». Строгое жюри оценивало профессионалов в 9 номинациях. Конечно, нам хотелось увидеть красивое, удобное предприятие торговли с дополнительными услугами, с фирменной одеждой. И вот это и было основным критерием для отбора. Стремление к совершенству, обновление линейки товаров, внедрение новых форм обслуживания и расширение сервиса для покупателей – критерии, по которым лучшей в своем направлении может стать любая торговая точка.
лучший сельский или специализированный магазин, торговый центр, павильон, фирменный отдел, лучшая ярмарка или розничный рынок.